Фейбл. Автор этой истории Левский, и ссылка на его канал с другими интересными сериалами, как всегда, в описании. И еще минутку внимания. Моя хорошая подруга начала вести канал Потока Лайф, и сегодня, вот прямо сейчас, она выпустила свое первое видео. И если вам нравится Тока-Бока, то подпишитесь на ее канал. Для нее это первый опыт на Ютубе. И многие из вас знают, как важна поддержка на первых этапах. Ссылка на ее канал в описании. Контракт дьявола. Сколько лет уже прошло, а я до сих пор одинока. Все мои знакомые вышли уже замуж и счастливо живут с мужем и детьми. А я? Меня зовут Анри, и я уже как 25 лет никогда не была в отношениях. Я не понимаю, почему мне по жизни не везет. Я такая неудачница. Я же говорила. Анри, тебе уже 25. Я жду внуков. Когда жениха найдешь? Я не виновата, что мужики от меня разбегаются как стадо. А вот смотри, я для тебя нашла тут. Мама, это уже 15-й. Анри, мне... Я... Ты же хочешь чего-нибудь? Анри, как от лучшего друга, бери. Что это? Ладно, посмотрю потом. Леди Анри, у меня важное дело. До скорой встречи. До скорой. Снова неудача. Кажется, я останусь в одиночестве до конца своих дней. Призыв дьявола выполнит 3 любых желания. Что за дичь дала мне Алика? Алика, что за дичь ты мне дала? А, ха-ха, попробуй, может, поможет. Деньги, власть, все, что захочешь. Хватит шутки шутить. Что там насчет собеседования? Закрой рот и быстрее прочитай призыв! Я имею в виду, мне уже пора, прости. Да что это с ней? И откуда она думает, я знаю латынь? А, тут написано русскими буквами. Похоже на почерк Алики. Не знала, что Алика занимается такими вещами. Окей. Что? И что? Так, это еще кто? Он в странном костюме. Косплеер? Ты еще кто? И что ты делаешь в моем доме? Ты идиотка? Ты сама меня призвала. Что? Стоп. Только не говорите. А он красавчик. У тебя есть 3 желания. Я выполню любое. 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 Любое! Хорошо. Для начала заключим контракт. Ты зачем? Для заключения контракта мне нужна твоя кровь. После исполнения 3 твоих желаний твоя душа будет моей. А, да, как же без этого? Каково же будет твое первое желание? Что ты хочешь? Денег? Власти? А может, мести? Или же... Женись на мне! Мое желание! Женись на мне! И проведи со мной счастливую жизнь! Ты сумасшедшая? Хочешь прожить жизнь с дьяволом? А чего мне терять? Значит, ты говоришь, что мужчины от тебя летят как от... Да,
реально неудачница. Как твое имя? Еще чего. Я не скажу тебе его. Это еще почему? Ты глупая. Я не напрашивался в твои рабы. Жалкий человек, живущий даже меньше 100 лет. Ты недостойна знать мое имя. Тогда будешь Диланом. Мама, познакомься, это Дилан. Он мой молодой человек. И мы хотим пожениться. Приятно познакомиться. Ох, ну наконец-то у меня будут внучатки. Что? Отойдем. Надеюсь, ты не рассчитываешь на детей. Нет, конечно. Дети от человека. Статья 1982 по законам демонов. Карается наказанием и изгнанием. Я надеюсь, ты понимаешь, что я этого не хочу. Когда-нибудь любил? Демоны не могут любить. Кто знает, вдруг когда-нибудь какой-нибудь демон влюбится. Ты идиотка. Меня зовут Анри. Вы люди, слабые существа. У вас жизнь настолько коротка, что демоны начали наслаждаться вашими неудачами. Это слишком жестоко. У тебя есть еще 2 желания. Какие же они будут? Пока что никакие. Я оставлю их на черный день. Знакомься, это Дилан. Он мой муж. Давно не виделись, Алика. А ты готова на все, чтобы спасти свою жалкую шкуру? Что ты еще хочешь? Я передала тебя в чужие руки. Я свободна от контракта. Что вы тут? Анри, это навредит мне и тебе. Избавься от этого существа. Что ты несешь? Он тебе не вещь. Он мой муж. Такая чистая. Ни один мужчина не дотрагивался до этой души. Ангелам бы понравилось. Что ты несешь? Шутка. Эта душа уже чернена мной. Теперь для ангелов ты отвратительна. Ты можешь заткнуться уже? Молчу. 2 месяца спустя. Анри, я прилетел из Англии. Встречай! Финн! Финн – единственный мужчина, с которым у меня отличные отношения. Жаль, что у нас с ним ничего не получилось. Финн, я хочу познакомить тебя со своим мужем. Ха! Ужасно неприятно познакомиться. Что это за воспоминания? Приготовлю чего-нибудь вкусненького. С каких это пор у Анри появились ухажеры? А вот с таких. Хочешь, покажу фотку? Тут она просто симпатяшка. Ты не смей очернять ее душу! Ты жалкий демон! Вот как мы заговорили, ангелочек. Из каких это пор ты рядом с ней? Кто тебя послал защищать ее чистую душу? Ты... Увы, ты опоздал. А вот и я. Сколько лет прошло, и вот все снова вместе. Я не позволю этому снова повториться. Ты серьезно женился на человеке? Это было ее первое желание. После выполнения всех, ее душа станет. Но ты же мог отказаться. Разве вы с Рианой не собирались пожениться? Собиралась она, а не я. Кажется, тебе хана. А? Вчера Риана устроила погром из-за того, что ты пропал.
Что за истеричка? Кстати говоря, тебя вызывает лорд. Странно. Дилан не появлялся уже целых 3 дня. Не волнуйся. Демоны не умирают так быстро. Финн. Откуда ты знаешь, что Дилан демон? Ой, божечки, уже столько времени. Кажется, мне пора. Стоять! Ты что-то хотела? Рассказывай мне все. После рассказа. Что за... Может, это за тебя, мужики, от меня? Нет, нет, это не из-за меня. А как раз из-за твоего муженька. Черт. Этот чертов... Дилан! Так это ты. А вы? Я должна была выйти за него. Так своим желанием я разрушила чью-то любовь? Я дам тебе 3 дня, если ты не... Дорогой! Отвали! Я почти ничего не знаю про Дилана. Я разрушила своим желанием его будущее. Ну, и что ты тут сидишь? Ничего. Что ты делала в мое отсутствие? Работала. Неужели моя женушка даже не скучала, а? Давай сходим сегодня куда-нибудь. Без проблем. Я с вами. Скажи-ка мне, почему я не могу побыть наедине с моей женой? Это все равно не по-настоящему. Это не дает тебе права. Андрей, не хочешь пойти на этот фильм? Этот чертов. После фильма. Мне понравилось. Скука смертная. Тебе не понравилось? Мне понравилось. Особенно, когда он ей признался. Мне тоже. Окей, теперь мы идем на хоррор. Анри, вот ты где. Все хорошо? Зачем ты пошла? Ты же боишься всего такого. Успокойся, успокойся. Уже все хорошо. Разве было не видно, что она не хочет? Ненавижу тебя. Разорви с ней контракт. Я знаю, что тебе уже за 1000. Теперь ты способен на такое? А что, если я не хочу? Хочу ее душу. Демоны слишком жадные. Где этот ангел? Так ты и знал? Почему он живет с нами? Я чувствую твой страх. Мне он нравится. Почему же ты так боишься крови? Откуда ты? Это мой способ наказать тебя. Не приближайся к ней! Все хорошо. Анри, пожелай забыть все. Тогда контракт аннулируется. Закройся! Откуда тебе знать? Сколько можно? Хватит ссор! Вы не можете помолчать хотя бы час! Утро следующего дня.
Что происходит? Обычно здесь не так тихо. Оборотень маленький. Не хватает сил остановиться. Финн, где ты был? На учебе. От тебя несет оборотнями. Отвратительно. Хочу спать. Не выспалась сегодня. Анри, не хочешь взять для своих будущих деток? Мама, разве мы сюда не пришли, чтобы купить тебе новую одежду? Прости, прости. Я просто так хочу внуков. Я родила тебя, чтобы стать бабушкой. Знаешь, сколько я жду? Мама! Бабушка! Ну, а где там твой муженек? Он скоро придет. Кстати, Финн вернулся. Ох, правда? Я опоздал. Немного задержался на работе. Ничего, ничего. Тем временем у Финна. Финн такой ответственный. Хорошо, что он вернулся из-за границы. Ты вроде бы была влюблена в него. Финн? После занятий. Я хотел бы пригласить тебя на чашечку кофе. Ты вылечил моего младшего брата. Оборотень. Хотел поблагодарить тебя. Спасибо, что спас моего младшего брата. Еще бы чуть-чуть и... Не стоит благодарности. Просто следи за ним в следующий раз. Как скажешь, мой ангелочек. Ты подумала насчет второго желания? Неужели ты так хочешь избавиться от меня? Ты всего лишь человек. Мне нужно подождать как минимум 100 лет. Признай уже, что я тебе нравлюсь. Я ангелок. Какой ты молчаливый. Я могу побыть один в свой единственный выходной. Что тебе нужно? Мы с тобой друзья. Кого? Чего? Фенчик! Сан-Сан, чего ты тут делаешь один? Я с Анри и дядей Диланом. Они пошли в магазин. А почему ты не с ними? Я хотел пойти с ними, но увидел тебя. А кто этот дядя? Я не такой уж и старый. Ты хочешь украсть у меня Финчика? А как умереть? О, Финн. Я думала, ты остался дома. Какого черта ты здесь? Не хватило ингредиентов для блюда. О, ты готовишь? Жду не дождусь. А это кто? Меня зовут Рэйчи. Я друг Фенчика. Вот так, да! Только я могу называть его так! Ради всего святого, почему все сюда приперлись? Финн очень вкусно готовит. Жду не дождусь.
это прекрасно. Ты будешь замечательной женой. Я вообще-то парень. Если я не умею готовить, значит ли это, что я ужасная жена? Дядь Дилан, поиграй со мной, а? Хоть он и демон, но видно, что ему нравятся дети. Предлагаю по бокальчику. Мне на занятие завтра. Я не против. Мне тоже. Мы по чуть-чуть. Если Финн выпьет, он будет говорить без умолку. Уже хочу посмотреть на нашего пьяного ангелочка. Дилан, а ты будешь пить? На меня не действует алкоголь. Почему? Потому что демон? Нет. Человеческий мир ужасен. Ты хоть представляешь, сколько я тружусь в поте лица, чтобы быть в тройке лучших студентов? Какого черта вы все сегодня здесь собрались? Это был мой единственный выходной. Мистер Демон, есть ли у вас скотч? Какая жалость, я забыл купить его вчера. Придется терпеть этого идиота. К счастью, мне уже пора ложиться спать. Удачи вам двоим. Слава великому волку. Он успокоился. Мы дружили. Но из-за запрета, что ангелы могут иметь какую-либо связь с демонами, эти тупые запреты. Зачем они? Зачем воевать? Это бессмысленная трата Я больше не буду предлагать ему пить. Утро следующего дня. Кошмар, наверное, снится. Что здесь? Сан-Сан? Анри? Иди погуляй, я уберусь пока. Это мне все равно, если ты всем расскажешь. Почему ты тут один? Пока в доме уборка, меня отправили погулять. Почему не с друзьями? У великого меня нет друзей. Ха, не смейся. Мне никто не нужен, кроме Финчика. Чё? Как же болит голова. Надо пить поменьше. Почему ты еще здесь? Это не общежитие. Иди к себе домой. Не нужно так, Финн. Дом наш общий. Я не против. Теперь понял, почему он живет здесь. А если я выкуплю этот дом, я смогу его выпереть? Финн, вот вода. Я Люсия. Рэйчи сам позвал меня сюда вчера ночью. Пойдемте лучше покушаем. Ты со всеми незнакомцами так дружелюбна. Первый раз прогулял учебу. Люсия, возьми это. Благодарю. Ты живешь здесь? Нет, я живу с мамой. Я прихожу сюда, потому что здесь Фенчик. У тебя дома фена нет? Я не про фен. Это человек. Человек. Все, вали уже. И желательно не приходи. Не хочу иметь ничего общего с оборотнями. А как тебе предложение стать моей женушкой? Какого черта?
Свали! Фенчик мой! Да что со мной не так? У меня что, какой-то гейский феромон? Михай, ты что тут делаешь? Тебя не было дома, поэтому я решил найти тебя по запаху. Давно я не видела Алику. Разве она не продала тебя мне? Что ты такое говоришь? Да так. Так ты демон? Я выполню 3 твоих желания. Ха, для начала деньги. Ты! Сделай меня красивой! Я хочу красоту! Что мне делать? Как избавиться от него? Я хочу оставить все это. Отменить контракт. Есть один способ. Доверься мне. Контракт разорван. Ты сказал, что все кончено. Правило 2. Не доверяй демону. За все нужно платить. Черт, на работу опаздываю. Я на работу. Поешь что-нибудь сам. Всегда мечтала так сказать. Доброе утро, Анри. Доброе утро. Анри, наша смена. Иду. Как говорят у меня на родине, священное что-то там. Если узнает, что я сдружился с демоном, меня изгонят с небес. Сам виноват. Ты уверен, что она здесь? Уверен. А, вот и она! Что это за воспоминания? Не могу вспомнить, что было дальше. Неужели это те воспоминания, которые я потерял? Возвращаются? Как же я устала. Приляг, отдохни немного. Выйдем, поговорим. Что еще? На днях я вспомнил кое-что интересное. Вспомнил отрывок из прошлого, которое по неизвестным причинам забыл. Как я понял, в воспоминаниях был ты. Ты что-нибудь знаешь об этом? Нет. Смотри мне в глаза! Эй, не трогай меня! Думаешь, я не знаю? Телепатия — твой конек. Повязка тебе к лицу. Советую носить. Воспоминания возвращаются. Как Рафаил и говорил, встретившись, он, возможно, вспомнит. Но он не рассчитывал, что и мои воспоминания вернутся. И Анри, если она вспомнит, почему я все вспомнил, только увидев его? Если бы не вспомнил, я бы так и действовал по плану Рафаила. Вот значит как. Значит, к этому проклятому демону возвращаются воспоминания. Ха, все идет по плану. На войне он безжалостно убил мою семью. Когда он вспомнит, убей при нем этого человека. А затем приведи демона ко мне. Я заставлю его страдать столетиями. Но... Финуэль, не забывай, кто вырвал твои драгоценные крылья. Если я захочу, ты никогда не увидишь света. Слушаюсь. С каких это пор ты приходишь на учебу с Фином? Так получилось. Рэйчи, увидимся. Бай-бай. Пока, Болтус.
Я видела, как Финн спит. Да ладно, повезло, повезло. Ребята, на этом я закончу лекцию. Все свободны. Финн, занеси бумаги в мой кабинет. Хорошо. Финн, сегодня мы договорились вместе собраться. Не забывай, я жду тебя. Слушаю. Финн, мы идем в аквапарк. Я уже всех позвала. Мы ждем тебя. Без тебя никуда. Я скину адрес. Ты серьезно меня ждешь? И зачем ты это ляпнул? Ты сам говорил, что он к тебе лезет. Вот и Финн. У нас новое лицо. Я Крис. С каждым разом людей становится все больше. Это уже начинает раздражать. Ой, но впервые с тобой соглашусь. Это что, клеймо раба? Эй, выйди! Это общественное место. Так и пойдешь в мокрой? Ты чего? У меня единственное с собой. Кое-кто не предупредил меня. На, переоденься в мою. Давай, давай. Предлагаю в маг. Я согласна. Похоже, я не с вами. Мне написали, что сегодня мы едем с семьей на охоту. Жалко, конечно, но удачи. На следующее утро. Меня уволили. За что? Я прекрасно справляюсь. Неудачница. Снова уволили. Я хотела выйти замуж за богатого мужчину и жить припеваючи. Чего сказала? Сама этого желала. Не сердись, не сердись. Это всего лишь моя мечта. Какая прикольная сторона. Как насчет караоке? Я уже не подросток. Не отказывай мне. Тебе всего 22. Это ничего не меняет. Пойдем, я уже заказал места. Я жду тебя на месте в 15:30. Время 15:54. Я запозднился на целых полчаса. Приветствую. Но для тебя это не так важно. Ты готов ждать меня вечность. Да пребудет вечная война во всех трех мирах. Ха-ха! Кажется, он не придет. Нет, подожду еще немного. Время 16:37. Ну и ладно. Я устала. Мы делали это до утра. Несколько дней спустя. Понимаешь, мы много раз делали это, но кажется, сегодня мы попали в этот 1%. Я беременна. Ребенок от человека и демона. Дилан не хочет детей. Что же делать? Я скажу, что это ребенок не от него.
Ты дурочка? А что, зато он не будет раздражен. Это самый ужасный вариант. Что же делать? Я хочу от него ребенка, но он нет. Что здесь делают прихвостни Рафаила? Они уже узнали? Что происходит? Это совсем не по плану. Что ж, хватит притворств. Раз Рафаил изменил план, не сказав мне, так уж и быть. Отведите его к Рафаилу, я разберусь с девчонкой. Финн, урод! Беги! Что это было? Для чего им Дилан? У меня есть план. Жди нас. Возможно, ты мне не доверяешь. Если он умрет, контракт аннулируется. Ты это почувствуешь. Доверься мне. Последний раз. Финн! Стой, ты же... Почему вы все еще здесь? Урод! Пришлось поменять планы. Как погляжу, ты выполнил свою задачу. Наконец-то! Время помочь возвращению твоей памяти. Кажется, это займет какое-то время. Финуэль, за мной. Я как раз искала демона. Ты не видишь? Приятный голос. О, так ты можешь исполнить любое желание? Я демон, который может выполнить любое желание по щелчку пальца. Ты выполнил мое желание. Ты защитил их. Ха. Мы живем в ужасное время. Одни войны до убийства. Ты с рождения не видишь? Я потерял зрение в бою. Теперь я бесполезен. Я... У меня есть еще одно желание. Я желаю, чтобы твое зрение вернулось. Финуэль, закройся! Прекратите! Скоро восход. Давайте посмотрим вместе. Финуэль, скоро праздник совершеннолетия. Ты пойдешь? Не смогу. Без тебя будет скучно. Стойте! Беги! По закону демоны не могут иметь какую-либо связь с ангелами. Демон по имени Сайтес Тенебрис отправляется на фронт до окончания войны с внешней империей. Вы не можете решать судьбу демона! За связь с человеком Сайтес Тенебрис будет лишен жизни по окончании войны. Финуэль де Райан. Век лишения свободы.
далее будет изгнан с небес. Приговор вынесен. Финуэль! Стой! Если ты загадаешь такое желание, то сгоришь заживо, если вспомнишь. Откуда тебе знать, что он не умрет на войне? Что ты тут? Уходи отсюда! Я хочу загадать последнее желание. Я желаю, чтобы ты забыл обо мне. Чтобы все забыли о твоей связи с человеком. Это приказ. Выполняй. Нет. Не забывай меня. Я проклинаю тебя. Ты никогда не сможешь иметь какую-либо связь с кем-то, кроме меня. Значит, ты уже все вспомнил? За что? Ты убил ее! Я не убил ее. Слушай меня, я помогу тебе выбраться. С тех пор, как моя мать умерла, а Финн исчез, мы живем вместе. Анри сложно зарабатывать одной. Поэтому твой брат тоже помогает. Да, я тоже. Сан-Сан, Михай, смотрите! Красиво. В твои годы я знал уже высшую математику. Ну да. Идите кушать. Мамочка! Как дела в садике? Все хорошо. Я подрался с насекомыми из нашей группы. Незачем забирать мои вещи. Дядя Рэйчи обещал сводить меня на охоту вместе с ним. Ха? Ты еще маленький. Я же должен защитить мамочку. Канаэхи! Бабушка! Я забрал Канаэхи с садика. Спасибо, Рэйчи. Канаэхи не пойдет с тобой на охоту. Да брось, в его годы я... Я сказала нет. Да, и не забывай, что он в разы сильнее, чем обычный человек. Это ничего не меняет. Анри, не пора бы уже поискать отца для Канаэхи и Мэя? Ты же не хочешь, чтобы они росли без него? Подумай. Тот мужчина бросил тебя с ребенком. Нет! Подумай, что лучше для детей. На следующий день. Веди себя хорошо. Да, мамуль. Лорд! Не думай, что я уступлю. Скажу тебе то же самое. Слышь, овца! Козел! Еще что сказать есть? Эта территория принадлежит мне. Ха? Тетя, вы не видели Михая? Учитель сказал передать ему тесты. Его не было сегодня. Он в своей комнате, но просил... Эй, Михай, учитель попросил... Мам, ну пожалуйста, ну можно на охоту? Ну мам, мам, мам! Я думал, ты веришь в меня. И доверяешь. Я переживаю. Тогда можно? Только чтоб писал мне перед сном, что с тобой все в порядке. Спасибо, ты лучшая.
Надеюсь, с Канаихи все будет хорошо. Сегодня должен вернуться Канаихи. Добрый вечер. Не хотите познакомиться? Я не расслышала. Ну так что? Канаихи, Мэй, простите. Вообще-то я... замужем. Этот голос... прошло столько лет. Кажется, я припозднился на год. Год? Верно. Я скучала. Могу признаться, что тоже. Как ты мог пропасть на 5 лет? Я так переживала, что ты мертв. Финн помог мне сбежать. К сожалению, все попытки были неудачными. 5 лет назад. Холодная башня. Снова в таком состоянии. Уж извини, я не могу предотвратить этого. Рафаил снова поймал тебя и накачал ядами Сая. Мне нравится белый цвет. Потанцуем? Как только этот демон находит силы сбегать снова и снова. И правда, почему бы просто не убить его? Это существо будет страдать до своих последних дней. Я хочу, чтобы он страдал так же, как моя семья, которую он убил. Я наказываю его за свои грехи. Разве у вас есть на это право? Вы давно падший, так же, как и я. Ты всего лишь раб. Твое место у ног хозяина. Сегодня я хотел бы испробовать новый яд Сая на тебе. Финуэль, если выживешь, я подарю тебе достойный подарок. Рафаил. Сколько я уже здесь? Я сбился со счета. Соберись, в этот раз все получится. Я набрался достаточно сил за эти годы и смог отключить сферы, сдерживающие твои силы. Ты должен сбежать. Выглядишь ужасно. Если не сбежишь, то не только тебя. Того. Беги отсюда, чтобы я тебя здесь не видел. Просто уходи. Спустя какое-то время. Черт! Доложить обстановку! Сейчас же! Идиот! Я же просил! Рафаил, у тебя прекрасное будущее. Немедленно прячься и не выходи. Ты должен быть наказан. Ты убил мою семью. Тогда была война. Чтоб ты знал, меня отправили туда силой. Вини архангелов. Ты не... Я проявил милосердие, не убив тебя тогда. Это было ошибкой. Нет!
Я уничтожил всех здесь. Если ты не уйдешь, уничтожу и тебя. Немедленно уходи! Уходим. Я останусь здесь. Что за бред? Я помогал тебе не для этого. Я не понимаю, что у тебя в голове. Значит, Финн остался там? Но получается, ты был в заточении 4 года? Почему ты появился только сейчас? Я строил бизнес. А как же я? Я не сидел на месте. Ты переехала. По какой-то причине я не смог найти тебя сразу. Да, ты сама говорила, что хотела выйти за богатого. Ты серьезно? Да. С помощью связи я смог найти тебя. Пить! Мэй, почему ты встал с кровати? Хочется воды. Сейчас принесу, подожди. Йоу, я вернулся! Это было просто... Мэй, ты чего встал? Иди ложись, или снова грохнешься в обморок. Ты вернулся? А Финн? Финн? Друг отца? Семейные разборки. Понял? В тот день... Давайте поговорим мирно. Это твои дети. Тем временем у Михая и Сансана. Боже, этот одиночка такой странный. Михай? Сэн-сан, это... проваливай. Что за выходки? Я так устал от тебя. Отвали уже от меня. В этот раз играем по моим правилам. 5 лет назад. Холодная башня. Я всегда буду рядом с вами. Господин, просыпайтесь скорее. Вы пришли в себя. Чертов предатель! Я знал, что это ты! Все еще для меня. Прошу, давайте отдохнем от мести. Я не понимаю, почему ты остался со мной после всего, что я сделал. Я всего лишь предан хозяину. Добро пожаловать домой, госпожа Тенебрис. Раз мы теперь живем с дядей, то ходить в садик я буду тот же самый. Никаких 5-звездочных садиков. Финн? Не думал, что узнаешь. Пришел сказать, что не мог прийти тогда. Ты в своем репертуаре. Выглядишь... Решил сменить стиль. Ты прекрасен. Чем планируешь заниматься дальше? Я отправился в путешествие
2 года назад, но сейчас возвращаюсь на родину. Когда произойдет взрыв звезды, мы обязательно встретимся. Alla fine sarai mio. Итальянский? Я ни слова не понял. Дубина, думай прежде чем говорить, тебя же не поймут. Увы, я прекрасно понял. Кажется, ты говорил дать тебе 10 минут. Прошло больше 10. Финн, стой! Мы же только встретились! Не забудь поставить лайк, если тебе понравилась эта озвучка. И заходи на канал Кэнди, про который я тебе говорил в самом начале. Это канал Фейбл. До встречи!